То есть получается, что вы мать ее, а ты дочь своей матери. Все верно? Да. Так, вот сейчас я ничего не понял. А почему мы только сейчас об этом все узнали? То, что Елена Ветренкина у вас в какой-то там не 180-й серии жизни ютубера есть мать. И получается, что все это время вы не общались, потому что вы в ссоре были? Ну, типа того. А если не секрет, из-за чего вы поссорились? Не твое дело, милок. А вот сейчас вы помиритесь, да? Потому что твоя мать, Елена, пришла сделать вакцину для тех, кто заболел, да? И вот сейчас находится на карантине. Я все правильно понял? Нет! Да! Подождите. Вы будете мириться или не будете мириться? Я не понимаю, у нас нет времени сейчас это все полдня обсуждать. Вы мать-дочь, мириться будете? Ни за что на свете! Мне просто интересно, Елена Ветренкина, а какое... Злое зло вам сделала ваша мать, то, что вы с ней даже мириться не хотите, а? Не суй нос, куда не надо. Ладно, все хорошо, не буду. Короче, мы с Мелким вот сейчас хотели записать ролик. Вот, видос, как бы жизнь ютубера-то все же. Вы сюда пришли, поэтому нас немного отвлекли. Геннадий Петрович, Мелкий на позиции, Мелкий, ты сегодня оператор, давайте. Ладно, я вам предлагаю сняться в моем ролике, это быстро, секунд 15. Но зато этот ролик может... поможет вам сплотиться, и все же, может, вы хотя бы немного начнете уважать друг друга. Не сраться-то уже минут 30-то! Ничто нам не поможет помириться. Ой, Елена Ветренкина, хватит такой вредной задницей-то быть. Давайте, вставайте сзади меня, остановитесь, давайте. Давайте, быстро. Я тут, короче, в ТикТоке аккаунта свой завел, вот. Поэтому я решил то, что сегодня мы с Мелким, с Геннадием Петровичем запишем видос. Но, как оказалось, еще вот эти две кошелки сегодня сюда приперлись. Ну, в смысле, хорошие, красивые девушки. Вы, конечно, прям вообще друг на друга не похожи. Хотя, если присмотреться... Похоже, просто мать твоя страшная очень сильно, так похоже. Ну, как бы старая, старая, страшная. О, смотри, не, я пошутил, вот. Так, смотрите, что надо сделать. В ТикТок сейчас надо записать просто ролик, как мы танцуем. Запоминайте мои движения. На счет раз, два, три все будем делать вот так. Руками потрясли, бедром, бедром пошевели, руку вперед, бедром, главное, мышцами, мышцами, двигаем, двигаем, руку вперед, правую, вперед, в левую, вверх, и вот так, туда потрясли, потрясли, как будто бомбончиками трясем, ногу выдвинули, и примерно как-то вот так, вот. Милок, ты дурак? А я-то тут при чем? Это все ТикТок! В ТикТоке все так танцуют, вроде как, я знаю, я еще там, конечно, не профессионал, ну, все всем понятно, ну, тогда давайте. Мелкий, включай шарманку эту, оператор. Раз... Два, три! Я сижу на карантине, ты сидишь на карантине, мы сидим на карантине, карантин у нас в стране. Ой, чики-чики-дрики, ой, чики-чики-дрики, ой, чики-чики-дрики, карантин у нас в стране. И стоп! Все, 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 все снято! Молодцы, молодцы, все молодцы! Ха-ха-ха! Все, можете потом найти себя в моем ТикТоке. Все, молодцы, Мелкий, ты тоже молодец, хорошая работа. Вот, да, все. А сейчас проваливайте к чертовой бабушке с моей квартиры. Давайте. Будь проклят ваш ТикТок! Да, не надо вот это свое, не надо! Так, все, Мелкий, я пойду заливать ролик в ТикТок, а ты тут давай пол пропылесось, я не знаю. Надо свой первый видосик выложить. Опа! Ну, как я обещал, эксклюзивный ролик записал? Записал. Это значит, что этот самый видос можно уже посмотреть в моем профиле в ТикТоке. Мой ник Эдисон Перец, так что можешь зайти и посмотреть прямо сейчас. Я сижу на карантине, ты сидишь на карантине, мы сидим на карантине, карантин у нас в стране. Ой, чики-чики-дрики, ой, чики. А вот продолжение этого видоса можешь увидеть на моей страничке в ТикТоке. Там будут появляться много других крутых роликов со мной, с Катюхой, вот с Мелким, еще много других игровых нарезок со стримов, видосов и всего остального. Так что если у тебя еще нет приложения ТикТок, скачивай его по ссылке в описании, заходи и смотри мой первый ролик. Ну, не зря же мы сейчас потратили столько много времени, чтобы его записать. Вот, всех друзей в городе напряг. Так что заходи, там ссылочка есть в описании. Ну, не стесняйся, ну я никому не расскажу. Ну чё ты, меня-то ты стесняешься? Ха-ха-ха, да я тебя как облупленного знаю. Вот там ссылка, давай, вот.
Чё, никого нет? До сих пор никого нет? Ни Стёпы, ни Гены, ни Михалыча? Ну, посмотри через балкон, посмотри через балкон тогда. Уже почти 2 часа дня. Мы на час договаривались, то, что встретимся здесь в моей хате, чтобы позадротить немножко в PlayStation 4. До сих пор никого нет. Все опаздывают уже. Уже почти 2 часа. Вот, уже 2 часа, уже 2 часа 2 минуты, 3 минуты, 2 часа 4 минуты, 2 часа 5 минут. Время летит просто незаметно. Чё, никого нет, да? Они уже нас настолько опаздывают, это ненормально. Стёпа никогда не опаздывал. Как только Стёпа слышал то, что я его угощу попкорном и кофеёчком и дам ему позадротить в плойку четвертую, он заранее за 3 часа приходил и уже здесь сидел у меня. А сейчас он опаздывает на столько времени. Так, ладно, можно сидеть дома и можно гадать, когда вернется этот Стёпа, когда придет вот этот Геннадий Петрович. Но их почему-то и нет. Я тебе предлагаю пойти на их поиски. Вдруг они где-то потерялись. Вдруг, я не знаю, шли-шли, упали с трясения головы, лежат где-то на тротуаре. Или их там, я не знаю, хулиганы, может, какие-то в городе появились и сбили их. Не дай бог, конечно. Пошли сначала к Михалычу. Пошли к Михалычу. Что-то здесь явно не так. Что-то произошло до этой серии, потому что я никого за сегодня еще не видел, чтобы кто-то выходил на улицу. Уже почти половина дня прошла. Михалыч! Просто никого нет, даже Михалыча в своем же новооткрывшемся магазине нет. Ладно, пошли к Стёпе, позовем его через балкон. Он 100%, даже если не он дома, Маргарита Степановна точно должна сидеть дома, она же безработная. Мелкий, закричи за Стёпой, позови Стёпу, пожалуйста, я сейчас приду, я вот этого Рикардо проверю. Позови Стёпу через балкон! Рикардо! Никого, просто никого. Весь город как будто в один момент вымер. Мелкий, ты адекватный? Я сказал, позови Стёпу, не выбей ему все окна рогаткой. Хотя Стёпа бы услышал, да, то, что ему окна выбивают. Да, хватит окна людям выбивать, окна как бы денег стоят, хватит. Если он не отвечает, вот сейчас уже реально повод начать очень сильно паниковать. Прям очень сильно. Ладно, я тебе тогда предлагаю пойти к Елене Ветрянкиной. Весь город может испариться буквально за секунду, но Елена Ветрянкина всегда на работе, на своем рабочем месте сидит и лечит людей. Тем более... А, так подожди! А как мы пошли к Михалычу его проверять, если Михалыч в больнице? Вот ты тупой мелкий, конечно. Как ты вообще мог это забыть? Михалыч же в предыдущей серии чихнул в конце серии. Это означает то, что он подхватил ту самую какую-то неизведанную болячку, из-за которой весь город посадили на карантин. Бабка Ёшка. Здравствуйте, бабуль! Что здесь происходит-то? Ну хотя бы вы здесь, я думал то, что уже весь город просто вымер. Господи, помилуй. Да, это... Куда? Чё она орёт, как резаная? Это Елена Ветрянкина! Мы с тобой с вами даже не поздоровались! Это бомжара и Михалыч, который чихнул в предыдущей серии. Походу, он как раз и бомжару нашего мэра заразил. Ёшкины картошки, 2 квашеных помидора. Чё они красные-то такие, как не в себя? Бабка Ёшка, чё здесь происходит-то? Чё с Леной Ветрянкиной? Да бедная Леночка не справляется сама. В городе почти все заболели. Она же одна. То туда, то сюда. Никуда не успевает. Да, учитывая то, что Елена Ветрянкина как бы единственный врач в этом городе, если вы реально... Подожди, если бабка Ёшка говорит то, что весь город заболел, это значит и Стёпа заболел... Чё происходит-то в этом городе? Как когда все успели-то заболеть? Ну хорошо, что хотя бы вы живы-здоровы и дочурка ваша тоже. Вы с ней помирились-то? Все нормально? Помогаете ей здесь хотя бы вакцину там разрабатывать, нет? Да я предлагала помощь, но она вредная срака. Не хочет моей помощи. Ну да, Леночка она такая. То есть вы до сих пор не помирились, да? Ну ладно. О, едет! Давай, мелкий, постараемся ее остановить! Лена! Стойте! Лена! Ядреный целучая! Ей вообще пофиг, она сейчас с катушек слетит, если она продолжит сама работать в этом городе! Не, вот так точно оставлять всю эту ситуацию нельзя, мелкий, мы должны ей пом... А,
Остановитесь! Это целый, у мелкого аппендицит, вот это вспух, надо вот это оперировать! Ну я просто ей сказал, чтобы она остановилась наконец-то. Подойдите сюда, Леночка, подойдите. Что происходит? Вы можете объяснить? Вы-то тут что забыли? Ненормальные! В городе же карантин, что вы на улицу вылазите? Вот не сидится вам дома, сейчас заболеете все нафиг. Да мы-то чё, да мы придум... Мы ждали Стёпу, Стёпы нет, мы пришли посмотреть, здесь ли Стёпа, всё нормально, умер, здоров или чё. Стёпы здесь нет. Так, чё нам делать-то, мелкий, сейчас? Кстати, хорошая идея. Леночка, выйдите, пожалуйста, сюда на улицу, просто не хочу туда к вам заходить. Мы тут с мелким подумали, учитывая то, что мы одни из немногих, кто не заболел в этом городе, и как бы и не надо, мы предлагаем вам нашу помощь. Да, нам ваша мама сказала то, что вы сама здесь работаете, поэтому я предлагаю свою кандидатуру на пост врача, и мелкий тоже на пост медсестры предлагает свою кандидатуру, да, мелкий? А вы знаете, что делать? А вы справитесь? А чё тут не знать-то? Это гайморит, аппендицит, гастрит, головные боли, натрий сульфат на кальций, вот это... Да, всё просто, да я знаю все химические формулы, все болезни знаю, там ничего сложного нет. Халаты в машине, забирайте и перевозите всех больных ко мне. Всё будет сделано, всё, мелкий, с этого момента я дежурный врач, а ты медсестра. Всё, спасибо большое. Всех, кто заразился, ко мне. Всё будет сделано. Слушайте, пока мы будем всех зараженных сюда привозить, ну, вы хотя бы со своей вот этой матушкой, простите её уже-то наконец-то, я не знаю, что она вам такого плохого сделала, ну, пускай она вакцину-то разрабатывает, лечить-то людей как-то надо. Да идите нафиг с вакциной этой, а эту коргу старую я ни за что не прощу. Елена Ветрянкина, нельзя такое про свою маму родную говорить. Ну это вообще, ну я считаю то, что это вы обидели свою маму? Она просто ушла. Не твое дело! Не лезь куда не надо! Ладно, мелкий, давай мы не будем там реально лезть в их семейные дела и узнавать, почему они там поссорились. Все, давай переодеваться, пошли. Так, здесь халаты, да? Все, мелкий, оборачивайся, сейчас тогда надо переодеться. Ты тоже отвернись, ага. Мелкий, потяни вот это, ой, застряло. Да чё же она так застрёт, цепляется-то за всё, слишком вот этот большой, вот этот ремень большой, говорю, цепляется за всё, вот. Совсем другое дело. Прям вылитые врачи. Я говорю, а что здесь сложного-то в этих врачах? Да ничего сложного. Мелкий, ты прям реально на медсестру похож, я тебе зуб даю. Ты рогатку убери-то, а? Дежурному врачу как бы угрожать нельзя. Вот так удобнее, то когда на рту разговаривать не могу. Так, надо проведать в первую очередь Стёпу. Запиндюхивайся в тачку и давай погнали. Стёпу и Маргариту Степановну, конечно же. Всё, пристегнулся? Поехали. Так, стоп. Вот здесь. Так, вот здесь припаркуемся где-то. Вот так, всё. Всё, давай, пошли, мелкий. Маску надень, маску не снимай маску. Так, нет времени ждать, мелкий, на раз, два, три, выбивай дверь к чертовой бабушке. Раз, два, три! Вуаля, какой сильный. Дежурный врач поликлиники Эдуардо Шмедуардо и медсестра мелкий. Ну, в смысле, медбрат мелкий. Хотя ты больше на медсестру все же похож. И медсестра мелкий, есть кто-то дома? Слушай, мелкий. Кто не отзывается? Так, стань сзади меня и потопали. Стёпа! Ой ты, боже мой. Стёпа, ты где так успел-то загореть, а? Апрель на улице, где ты такое сильное солнце-то нашел? Или Маргаритка на тебя случайно кастрюлю борща вылила? Ха-ха-ха! И ты покрасился? Не смешно! Мне плохо! Да я как бы вижу, да. Так, мелкий. Нужно срочно обследовать больных пациентов. Давай, я доверяю тебе вот это дело, обследуй, потом скажешь, что и как с ними. Ой, голова болит.
Степе видно очень плохо. Давай, мелкий, рассказывай, что там у него. Ага, ага, да, и все понятно. В общем, медсестра мелкий говорит то, что у вас плоскостопие правой руки и сотрясение левого уха. Ну это бывает со всеми, вас срочно в больничку надо забрать, там вот эта Елена Ветрянкина с вами разберется. А так, в принципе, с вами все хорошо, учитывая, конечно, вот этот красный цвет кожи. А с красным цветом кожи это что, мелкий? А-а-а, все понятно. А мелкий говорит, что у вас красножопная ветрянка. Она очень редкая, поэтому она случается вот только вот в таких случаях. В твоих, Степа, в твоих случаях она случается. В общем, давайте подъем и поехали в поликлинику. Времени очень мало, Степа. Ты это видел, мелкий? У него жар поднимается. Степа, ты как себя чувствуешь? У нее температура 49,5, походу. Надо срочно, срочно их в больницу, срочно! Стёпа, вставай! Поднимай вот этих заболевших! Стёпа, Маргаритка, быстро за мной, давайте, в тачку, я вас отвезу к Леониде Ветрянкиной, давайте! Быстро, быстро, быстро! Мелкий, проводи их, пожалуйста! Что это за неизведанная инфекция? По поводу красножопой ветрянки я как бы пошутил, я просто не знаю, вот какие болезни бывают, когда... Может, чесотка, может, это просто, или реально какая-то аллергия у него? Может, у тебя аллергия на Ритку, Стёпа? Ну, я так и понял, Стёпа, хорошо. Так, мелкий, веди Стёпу, Ритка, садись в машину, я тебя отвезу. Ритка, давайте быстро в машину. Мелкий, встречаемся у Лены Ветрянкиной, давайте. С дороги, Стёпа, сейчас собью к чёртовой бабушке. Ритка, вы держитесь, я уверен, что все будет хорошо. Правда, это не точно, но я очень сильно на это надеюсь. Так, все, вылезайте, вылезайте. Маску обратно, как бы. Все, проходите, проходите, заходите, давайте, ложитесь. Мелкий, давай, че вы медленные-то такие? Так, Елена Ветрянкина, мы привезли Степу и Ритку. Ритка, да не на эту койку вы ложитесь рядом со своим мужем, давайте на вот эту. Елена Ветрянкина, мы выяснили, медсестра мелкий выяснил то, что у них красножопная ветрянка оказывается. Вот почему они такие красные все. Вы че, идиоты? Какая красножопная ветрянка? Такой не существует. Ну, вы же Елена Ветрянкина, такая существует, вот. А есть красножопная ветрянка. Почему такой не существует? Существует, наверное. Но это как бы не точно. Спасибо вам большое, я бы одна не справилась. Да не за что, Елена Ветрянкина, но все же я бы вам посоветовал помириться со своей матушкой. Это, конечно, хорошо то, что мы всех сюда притащили, но вы же их никак не лечите. У нас препарата нет, мы не знаем, как их лечить, а мне кажется, им не очень так много времени-то осталось. Я сама решу, несусь свой нос туда, куда не надо. Ладно, все хорошо, лечите тогда, до свидания, ага. Все, пошли, мелкий. Медсестра, выходите. Но я считаю, что это прям мелкий вообще не дело. Их 100% надо помирить. Им же недолго осталось. Ты видишь, Степа весь красный. Тревога! Тревога! Что? Что опять такое-то? Им хуже стало. Да? Медсестра мелкий? 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 Ты это видишь? У них горячка. Температура под 69 градусов. Что у одного, что у другого, что у третьего, что у четвертого. Они реально полыхать нафиг начали. Если им на лоб вот это яйцо разбить, там яичница получится. Они такие горячие. Мелкий, надо что-то думать. Елена Ветрянкина, срочно, срочно надо обратиться к вашей матушке и придумать вакцину. Срочно. Апчхи! Мелкий карантин! Ну вот и приплыл, ядрить колотить. Весь город красножопой ветрянкой заразился-то. В маску плюнул.